Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. И зимним полднем, и летним вечером, и осенним туманным утром добром и ясностью встречает нас лес. Всегда давал он человеку кровь и тепло, воспитывал и врачевал, всегда был неоценимым достоянием народным. И это уже известно, чем заботливее человек, тем богаче и щедрее лес. Самыми богатыми в Новгородской области считаются леса Хвойнинского района. Работники лесхоза лесничий Анатолий Иванов, лесники Иван Дмитриевич Киселев, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 20 лет посвятивший лесу, и Борис Михайлов по-настоящему заботятся о лесе и умело пользуются его дарами. Они выполнили планы по государственным заготовкам ко дню работника леса. В прошлом году хвойнинские грибовары приготовили 120 тонн продукции. В этом сезоне грибов не меньше. Лисички, белые, подосиновики, грузди. Прощальные дары. Октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы с ноги своих ветвей.